Следующая техника чигисуль. Чигисуль — это срывы захвата с ударом. Сонмуксуль, чиги. Оживляем руку. Вспоминаем первый срыв захвата. Теги номер один. А. Срыв переходит в удар. Туль. На. Движение номер два. На. Туль. Сет. Движение может выполняться. Удар локтем. Пальком чи-чи-е. Как в корпус, так и в голову. Движение номер три. На. Туль. Пэги одновременно с ударом, локтем снизу вверх и входом, использованием корпуса. На. Туль. Таз подрабатывает. Пэги номер 4. Она. Сет. Выполняется удар локтем сзади. На. Сет. Она. Загружаем руку. Сразу переходим в усиление удара. Удар локтем назад. Сет. Пэги номер 5. На себя. Туль. Сет. Не. Движение обязательно сопровождается ротом корпуса. То есть просто локти работают, а не корпус. Молодцы. На. Туль. Следующий раздел, также ударной техники, освобождение захвата за кисть, запястье с помощью удара. Чигисуль. Оживляем руку, выполняем ударное воздействие. Сначала открываем место, куда мы будем наносить свой удар, потом наносим свой удар и в обратную сторону и в ладони. Сточко. Открою. Сточение. Оживляем руку. Вытаскиваем. Выполняем удар. На. И разворот. При этом переходим в стойку чангу-часе. Кима-часе. Чангу-часе. Следующая техника. Точно так же сбиваем. Движение на себя, открыли, сделали удар. На. Переходим в чангу часе с ударом по кичиги. Так, чтобы не нанести травму сопернику, в данном случае партнеру, мы выполняем удар мимо. Но на полном амплитуде. На. Туль. В варианте для детей это выполняется ударом чангу чиги в плечо. В более мягкой версии. Следующее движение. Палькун чи тура чиги. Хана. Туль. Хана. Сбили, повернулись и ударили локтем назад. Следующее движение, натягивание на себя с ударом хоки-чиги. Хоки-чиги. Удар-удавка. На. Вводим движением
на себя, растаскивая соперника. И одновременно с этим выполняем удар. То есть так, ну, дабы не нанести травму, мы выполняем его мимо. Точно так же в варианте более мягком.